Итак, друзья, добрый день. Вот такое у нас сегодня зимнее утро. Первый снег. Вот, снимаю новой камерой. По вашей просьбе. Вот у нас получился аргосик. Замена кабины, что я снимал до этого ролик. Вот такой вот аргос получился. Был синий, стал белый. Покрасили низа, вот эти бамперы, там вот это все. Вот так он выглядит. Все работает. Подключили горны, подключили все, что должно на нем работать. Сейчас залезу, покажу вам салон. Ну, более-менее. Еще как бы не совсем прям закончили, но практически. Вот он работает, все показывает. Горны подключили. Тут, в общем, на кабине не было горного. То есть эта кабина была с Каменцем 11. И на этой машине не было в комплектации горного тормоза. Вручную проводили провода от мозгов, короче, подключали вот эту клавишу. Edge break. То есть выводили эту клавишу сами, короче. Тут не было горняка, повторюсь. Вот такую шахту мы здесь добавили. Потому что мотор сюда не влазил. Ну вот такой вот аргос у нас получился. Вот такая вот кабина. Так что вот такая вот у нас сегодня доброе утро. Снег выпал первый. Все стеклоподъемники, фары, туманки. Все работает, все подключили абсолютно, всю электрику. Наши новосибирские друзья тут чуть задержались. Ну ничего. Итог всегда благоприятный. Все, всем пока.